И к новостям спорта. 15 различных наград завоевала команда Дагестана на всероссийском турнире «Надежды России» по художественной гимнастике. Соревнования прошли в Сочи. На их счету 2 золотые медали, 3 серебряные и 10 бронзовых. В своих возрастных группах в индивидуальной программе чемпионами стали Джанет Муртазалиева и Амина Махмудова. Всего старт в состязаниях взяли около 400 участниц, в их числе 15 дагестанских спортсменов.